Сегодня президент Владимир Путин находится с рабочим визитом в Тверской области. Там прошло совещание по развитию агрокомплекса. Глава государства потребовал обеспечить эффективное использование средств господдержки в АПК. Только в текущем году на мероприятие по развитию сельского хозяйства в центральные нечерноземные зоны запланировано направить 23 миллиарда рублей. Это на 3 больше, чем на 3 миллиарда, больше, чем годом ранее. В 2015 было около 20, 19,8 миллиарда. Напомню, что деньги выделяются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства с общим объемом финансирования 224 миллиарда рублей. Важно обеспечить эффективное использование этих ресурсов. В том числе нужно совершенствовать механизм субсидирования сельскохозяйственных производителей. Делать это более понятным, прозрачным способом. До совещания Владимир Путин позавтракал в поле с комбайнерами. Особенно главе государства понравился йогурт, который производит в Тверской области. Путин поинтересовался, отечественная ли клюква идет на изготовление биойогуртов. Как оказалось, своей красной ягоды у производителей нет. И президент пожурил фермеров за то, что из полезной ягоды делают водку, а не йогурты.